И всем привет, дорогие друзья, с вами Дионикс Нео, и сегодня мы начинаем играть игру под названием The Washing Ethan Carter. И начнем сейчас новую игру. Так, перезапустить. Играем на максимальных настройках графики, Full HD 60 кадров. Эта игра не ведет вас за руку по сюжету. Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. В общем, графика у нас феноменальная. Все это у нас хорошо оптимизировано, поскольку хороший FPS. Самое главное, что меня сейчас слышно. Наверное, может быть и так. Насколько я знаю, здесь у нас ловушки должны быть. Вот. Играть мы будем проходить это циклично. То есть вот я сейчас ее начал, и больше ни одна игра выходить на канале больше не будет. Пока я это не пройду. Так. Тихо. Все поскрипывает, когда еще ощущение, что я, ну, не ощущение, что я сижу сейчас на ноутбуке 7 к 1 объемное звучание, и такое ощущение, что скрип где-то сзади меня. Блять, твою мать. Пиздец, он меня напугал. Господи, блядь. Я чуть не это тут не упал под стол, блядь. И тихо. Так, у нас уже вырисовывается что-то. Так, что у нас еще есть? Ловушка раз, ловушка два. Еще ловушки есть? Деревья не надо только. Ага, вижу еще ловушку. Уже что-то. Так, там что-то у нас есть. Блять, ёпта. Тихо. Чё? Чё сделать надо? Чё оно? Зависло чё?
О, все. Ладно. Так. Все, ловушки есть? Нет? Тихо. Так. Тут у нас выход, да, был или нет? Блин. Его дали что ли, ё-моё. Тихо, ну это походу у нас сюда вот выводило, да? И как? Чем мы должны увидеть? Тут, ну, озеро какое-то, да? Так, интересно. Все тихо-тихо, спокойно, потом бац, что-то выпрыгивает. Ну, из ловушки. Точнее, ловушка выпрыгивает. А это-то почему у нас не хочется? Держусь левую кнопку мыши, ладно. Ну, что-то удерживаю, ничего. Почему? Ладно. Может, ох ты. Надо этот скриншот для превью сделать. Контент-10. Так. Может, все ловушки есть, не? Я же должен напугаться. Еще раз. Ну, явно не хватает чего-то. Ловушка, эу. Может, это та, которая багнулась, ну давай, пошли дальше, если нас запустит, конечно. Так, мост не стал, мост хрустит. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Красота. Красотища какая. Ну, это Unreal Engine 4. Это круто.
Самое-то главное, что игру хорошо оптимизировали. Вами не лагает даже вот на ультра настройках. Ну, конечно, в 4К я не запускал. Тихо. Так, почему вот здесь кровь? Несчастный случай, убийство. Тихо. Использовалось недавно. Рукоятка. Угу. Нам нужна рукоятка, которая лежит где-то на фоне дамба. Камни. То есть вот там примерно, ну вот там где-то, да? Угу. Ну-ка. Ага, ты у нас не работаешь без рукоятки. Тебя завести надо, да? Давай попробуем завести. Так, светофор у нас, семафор. Дорога, которая идет в никуда. Разбитый асфальт. И у меня заложен нос. Так. Еще красивее. Нет, вообще, можно стоять и смотреть. Такая красивая игра. Узлы. Развязан, привязан. Нет крови. Веревка. Ну, веревка. Кто-то развязался тут, да? О. Части трупа. Кровавый след. Жертва. Это через босс. Отрубленные ноги еще интересней. Так. Давайте пойдем по следу крови. О-о-о. Мужчина. Кровь из ног. Откуда кровь? Откуда кровь? Из ног. Перелом кости черепа. Причина смерти. Кровопотеря. Травма головы. Так, что-то нам даст. Так, это нам ничего пока не дает абсолютно. Не, ну красиво, красиво. Так, ну мы пришли. Или чё? Или мы не туда пришли? А, вот оно, да-да-да. Рукоятка в крови. Почему? А что можно сделать дальше? Идти к поезду обратно? К вагону этому? Меня пугает этот камень. Огромный камень, который отрезал от пути нас.
Ладно, побежали обратно. Надеюсь, меня нормально слышно. Что громче уже некуда делать. Уже край. Так. Надеюсь, нас поезд не переедет. Так, нужна рукоятка. Давай. Да ладно, развелось. Так, куда мы уедем? Так, а ну надо нам чего? Нет, блин. Ай, зачем я эту кнопку нажала? Что нам нужно сделать? Не знаю, давайте покажемся. Ну-ка, а что если... Нам выставить хронологию, встать на место там, где ноги. Тут встать. Так. Там кто-то еще смотреть можно, да? Так, это канистра с бензином, да? Бензин, дизельное топливо. Бросили беспечно, спешки намеренно. Канистра. И вот это, сухая трава. На солнце. Угольная форма. Ах, это резина с моста. Ну, походу, да, да? Да. Но мы чуть-чуть раньше это сделали, да? Или еще? А, подожди. Правильно. Мы должны вот эту вот резину поставить вот сюда. Канистры. Тихо. Так. Допустим. Уже больше.
Так, дальше. Это что? Или чуть-чуть подальше, да? Чуть-чуть совсем. Пару метров. Канистры. Теперь что? Все? Нет? Или что? Правильно, нет? Ничего. Ну, мысли у нас, походу, правильные, да? Канистра. А дальше что? Отрублены ноги. Веревка. То есть он был привязан здесь. Развязался. Почему-то отрезан он там. Так. Трубные ноги коснутся. Ну-ка. Неправильно, вы уехали куда-то. Так. Сейчас ничего не произошло. Совсем. О, автодрезина. Вот она. Делать надо, встать на место чего? Встать вот сюда. Так. Нет, что ли? Блядь. Ну, авторизина, что? Дальше. А еще, еще, что сделать?
Блин, интересно. Что-то чего? Может, еще чего-то есть? Так, это еще что? Вот, ну, не зря сюда задумываюсь. Так, по голове ему ударили, да? Этим камнем. Так, мы опять отошли от хромовки. Ну ладно. Пока что мы с вами остановимся и продолжим в следующей части завтра.